Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу, что делает наш питомец Василий весь день. Да, Вася, ты тоже расскажешь, да? Сначала он умывается, так скажем. Серега, погладь Васю. Потом он лежит на диване. Вася, ложись. Вася. Мы ему тут чешем пузо. Хорошо, Вася, да? Отлично ему, да? Вася, мы в школу сегодня не ходили и вчера, потому что у нас холод. А, Вася, Вася! Минус 30. Ну что делаешь? Сибирь такая, холодрыга. Покажи свою шапку сначала. Вася. Вот Вася самый лег. Даже руками его не трогаем. Хороший кот. Могу вам показать. Я тебе что, сосиска? Ай-ай. Сейчас я вам покажу других кошек. Ну, у нас только один кот и две кошки. Это Вася. Вот я и нашел нашу кошку. Ее зовут Дуся. Ее зовут Мурка. И Дуся одновременно. Она любит лежать на батарее, где тепло. Дуся, покажи лицо. Да, Дуся? Сейчас мы тебя отнесем к Васе. Тихо. Они у нас дружные, да? Мурка и Вася очень дружные. Да-да. Дуся, ну ты чё не идёшь с Васей играть? Играйте же. Сейчас мы это быстро устроим. Киска, ну ты ему тоже. На, бокс. Они лижутся. Вася сейчас её задушит. Давай, ой, минус, Дуся. Третью кошку нам не удалось найти. Ее зовут Люся. Ну, в других роликах мы ее покажем. Ну, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Помаши. И Вася тоже. Пока.